Всем привет, мы продолжаем. Вторая серия. Поляки на нас пришли грабить тем временем. Довольно серьезный стек он, конечно, привел. Очень серьезный. Рядом ходит наш союзник. Кстати, сейчас давайте, знаете, что хочу попробовать через дипломатию. Вот это вот. Интересно, с кем воюет. А где, кстати? Ага, он с Польшей не воюет. Вот и задачка-то. Окей, союзник нам не поможет. Но мы не вступили еще в войну. Возможно, он с нами вступит в войну, конечно. Потому что с Польшей точно будем воевать. Чисто географически, если смотреть, мы не очень выгодно находимся. Кстати, здесь есть Константинополь. Я так понимаю, один из самых сильнейших городов в этом моде. Кстати, в плане всего подошел создатель мода. Мы взяли в первой серии вот этот вот квест на вторжение монголов, 20 ходов. Не проиграть ни одной битвы в течение 20 ходов. То есть это нам что-то даст. Награда — постоянное оборонительное улучшение. Не знаю, что это значит, но что-то это значит. Вот. И также есть прописано у каждого свои малые победы, я так понимаю. Ну и главы. Встретиться с этой фракцией Монгольская империя. Ну что ж, мы уже, по-моему, с ними встретились в той серии. Вот, немножко мы с ними повоевали. У нас есть второй стек, который... Блин, я не могу сейчас второй стек. Опять еда пошла в минус, потому что зима. У нашей фракции у нас, по-моему, какие-то плюсы есть во время зимы. По-моему, у нас боевой дух. Если мы сражаемся зимой, намного лучше, чем это происходит там летом. А вот, да. Боевой дух зимой у нас плюс 5. И защита от небоевых потерь. В принципе, на нашей территории это хорошо, но на других территориях, по-моему, непонятно. Ну, мы продолжаем сидеть в обороне. Так. Здесь у нас идет строительство, да? Здесь мы ничего не можем расширить, так как у нас нет денег. Так как мы будем сейчас нападать на Польшу, я вот думаю, если я вот сейчас выведу эту армию из города, хотя, да, в принципе, неплохой гарнизон, я думаю, такой гарнизон должен, в принципе, справиться. А тем временем мы на всех парах, почему-то ходит наш друг, очень мало. Это очень странно, почему Вязислав очень мало ходит. По семье древа у нас пока есть Мстислав, Всеволод. Так понимаю, наследник, да? Кстати, очень здорово переделаны вот эти иконки. Короны, точнее, даже. Ну что? У нас пополнения все равно не будет. Снабдите всем необходимым. Здесь пока мы... Напасть сейчас. А что у нас по гарнизону? Печально все по гарнизону. Все очень печально почему-то случится. Нападу, могу проиграть. Не нужно проигрывать. Здесь я, конечно, переборщил с лучниками. Мне кажется, очень сильно переборщил. Таким стеком на него сейчас нападать... Его надо прогонять в любом случае. Тем более это еще получается, наверное, скорее всего, если у него корона, он король. Наверное, прокачанный. Хотя одна звезда, у меня две звезды. У меня полководец посильнее будет. Наемники. Ух, сколько наемников доступно. Интересно, вот этих бы... О, блин, ну наемников хорошо нанимать, но они столько денег отжирают. Давайте еще на всякий пожарный наймем одних пацанов. И жалеть их в бою не будем. Ну что, нападем. Объявляем войну. Пытаемся союзников в эту войну ввязать, и он ввязывается. Ну да, он есть король. В принципе, это прям будет мега битва
почти, говорит, равны. Но здесь есть рыцари, конечно. Здесь есть войска намного лучше, чем мои. Будем пробовать. Разыгрывать. Плюс у нас есть, конечно, наши эти самые, которые из города придут, но они там не полные придут. Будем пробовать, что делать. Потому что нельзя давать сейчас давать дебафы на нашей земле, потому что, ну, блин, боремся с этой чертовой едой, которую нужно вывести в плюс. Очень, по-моему, я переборщил. Нет, туман я не хочу. Снег. Давайте во время снега подеремся, попробуем. Я уже вижу катапульту. Подмога у нас слева придет. Но подмога такое. Ставим сразу так. В принципе, они все одинаковые. Что вот эти ребята умеют. Их поставим. Смотри, у лучников есть способность. Урон снарядами. Сразу же переключусь на... Не, пока ничего не будем переключаться. Выставим лучников задним рядом. Кстати, смотрите, как они обалденно выглядят. Смотрите на них. Смотрите вообще, как по... к моду подошел человек. То есть разные щиты... иконы, там вообще все вот это вот просто обалденно. Так, ну что, начинаем, разыгрываем, сразу же ведем копейщику вперед. Сейчас на сорта там, правда, будет постреливать. Вот это вот печально. Так, топорников с одной стороны. Так, королевич или кто у нас? Да, это наш, по-моему, королевич или наследник, скорее всего. Так, все вперед. Этих ребят тоже тащим сюда. Лучники. Лучники. Тоже давайте вперед. Блин, я не знаю, мне надо его спрятать, скорее всего, в лес. Чувствую я, что достанется. О, здесь даже скилл есть. Защита в ближнем бою, а здесь что есть? Дебаф на дух. Неплохо. Тоже ведем его. Где, так сказать, хоть кавалерия у нас есть, и это хорошо. Надо как можно быстрее дойти до этой катапульты, потому что она, по-моему, стреляет очень далеко. Как только мы в зону войдем, она откроет огонь. Давайте этих ребят вперед. Эти за ними. Этих ребят сбоку. Это можно в тот лес. Вообще у нас боевой дух плюс во время зимы. Я на это ставлю расчет. Конечно, армия у него посильнее некоторые есть. Там, кстати, где-то рыцари есть. Смотрим на поляков. Ополчением, смотрите, ополчение даже в касках бывает такое. Но смотрите, даже он клонов не надел, а некоторые войска есть, видите, кто знамя несет, и рядом с ним с мечами, например. Так, пошла катапульта, это плохо, надо бежать. Надо бежать вперед, а иначе будет беда. Вперед. Вперед. Вперед, вперед, вперед. Вперед, вперед, вперед. Так, генералу быстрее прятаться в лес. Так, ну и второго полководца мы тоже с этой стороны заведем. И его армию тоже всех с этой стороны будем заходить. Вроде никого не забыл, да, на респауне? Никого. Этих даже еще не видно. Хорошо, двигаемся вперед. Надеемся, что у нас артиллерия не попадет. Мы раскрыли их обман. Вот они прячутся. Вот они, говорит, прячутся. Рта уже попала. Станут пацаны, нет. Уже, по-моему, кто-то не станет.
Ну ладно. Двигаем вперед. Так, впереди арбалетчики, конница заходит. Вставляем. Так, вот это плохо сейчас будет. Сейчас могут мне эти конницы неплохо доставить. Так, сука, вот это вот плохо, вот это плохо. На генерала нападут. Генералу надо помогать. Включаем. Где тяжелые стрелы? Тяжелые выстрелы. Огонь. Неудобно стрелять моим лучникам туда, вперед. Значит, в арбалетчиков должны вообще перекинуть. Опорники заходят с фланга. Конец тоже. Так, вот это плохо. Мы можем потерять этого самого. С помощью я расчет на лучников, которые помогут в стрельбе по коннице тут. Здесь замес. Полным ходом. Так, ну мои здесь затащат. Слишком много лучников. Так, конница дошла. Топорники вперед. Давайте их обходить. Зажимать соски в тиски. Так, отбился наш генерал. Отлично. За спину. Так, а вот это может закончиться для моих лучников печально. Надо их уже отводить. Даже вот эти два отряда... Сюда их заводить нужно. Сковываем. Так, а что дает защита в ближнем бою? То, что сейчас надо. А, хотя это арбалетчики, они их разберут. По факту быстро. Так, мы сковываем еще артиллерию. Так, помогаем. Так, вот это плохо, плохо, плохо. Нападаем. Крыть огонь. Крыть огонь. Пошла жара. Главное, чтобы выдержали копейщики. Расчет на копейщиков. Так, а вот это плохо. Он работает тоже этими самыми. Работает лошадьми тоже неплохо. Люди бросают оружие и бегут с поля боя. Держаться, пацаны, держаться. Крыть огонь. Надо кто-то, чтоб сковал их боем. Слишком центр пробит полностью. Не, копейщики не выдержат. Не выдержат мои копейщики. Вообще просто не выдержат. Вообще не выдержат. Вот этих бросаем в бой вперед, этими отходим назад. Понятно. Вот этого полководца вообще здесь окружили. Получается, я их хотел окружить, окружили они меня. Но у него войска лучше. Если с первого раза ничего не получится. Сейчас попробуем. Слишком много арбалетчиков. Слишком много арбалетчиков. Так, достань своим полководцем, как я понял, да? Подожди, ты кто? Ты вот этот, да? Дебафаем бафом. Как он работает? Так. Надо спасать моих пацанов. Отлично. Арбалетчики. Вроде держатся. Опорники здесь. Завязка. И пытаются спастись бегством. Держаться. Так, баф себе. Ближний бой. Все, он падает, морально падает. Окружили его сейчас. Вот эта вся толпа. Так, надо генерала убить.
Сейчас вся эта толпа ко мне припрется. Это будет нехорошо. Их полководец пал, они обречены. Есть, полководца убили. Это уже большой плюс. Так, продолжаем стрелять. Продолжаем подстреливать. Так, вот здесь какой-то прорыв. Они здесь бегут. Сюда. Так, мой второй полководец сбежал. Теперь обстрел вот этих вот мест. Обстрел, обстрел, обстрел. А этих пацанов подержать и пострелять. Блин, полководец, мы его надо отвезти. Черт. А это плохо. Не успел отвезти. Так. Где мои лучники? Еще есть стрелы? Есть еще стрелы. Огонь. Дальняя дистанция, гля. Ну, тут рыцари, сами понимаете, рыцари такое. Тут где-то стак рыцарей был. Это топорники. Связываем марту, чтобы она не стреляла. Как можно полководца подвести. Моральный дух и все такое. Бежим сюда. Какой позор. Сюда стреляем. Сюда стреляем. Сюда стреляем. И сюда стреляем. Здесь уже топорники справятся все. Уменьшаем боевой дух. И, в принципе, врываемся в топорников. Ужаем их. Так, а лучники работают. Да, лучники сейчас будут стрелять. Почему так медленно идем? Огонь. Стрелы еще есть. Тут летит все прям вообще трупами. Хорошо идет, вообще хорошо. Бегут. Бегут. Пославьте богов, мы на пороге победы. Отличненько. Теперь догонять. Догонять, 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 расстреливать. Если можно ускориться. Трупов-то сколько, а? Ну, неплохо, можно дальше не догонять. Фух. Он мне два полководца. Я не понял, второй полководец, он сбежал или он тоже не выжил? Так, что предлагает? Пополнить отряд. Деньги взять. Пополнить отряд. Что у нас есть? Бесстрашный воин. Хорошо, он стойкий страж, боевой дух при обороне. Вот этого возьмем. Получается. Надо ее теперь. Сколько у нее тут? 50 влияний есть. Сейчас мы ее на ком-нибудь, на тебе, чтобы, так сказать, поколение росло. Что у нас по губерниям? Все окей. Все окей, окей. А это кто такие? Магнат. Не, вот этого бы... Угу. Так, они отступили, их, в принципе, ну, блин. Сейчас идти смысл добивать, в принципе, есть, но и как бы и нет. Дать ему уйти. Краков.
Но я пополняться не буду, есть смысл. Блин, но у меня здесь одни лучники. Я могу слиться, потому что неким будет держать... неким будет держать эти все... Это все ближние действия. Слишком много лучников. Так, ну теперь... Можно катапульту распустить. И деньги в плюс пойдут. Теперь катапульт особо не нужна. Стой, откуда у меня катапульт? Я у него катапульту стыбзил? Что-то я сейчас не понял, откуда у меня катапульта взялась. Ну ладно. Ну, на следующем ходу я еще подведу вторую армию. Мы выдвинемся в Краков. Как-то так сделаем. Так, что мы здесь можем качнуть? Скорость исследования. Ой, скорость исследования. И вот здесь вот так вот возьмем. Минус 20 еды по-прежнему у нас. Но это потому что зима. Смотри, союзник добивает. В принципе, все good. Good зер good. В принципе, неплохо. У нас это все дело идет. Татары появились. Эта фракция не смогла противостоять врагам. Ее больше не существует. Это монголы, значит... Значит, с той стороны, ребятки. Это где-то здесь союзник. Что он здесь делает? Он, наверное, борется с половцами. Так, ладно, эти все воюют. Румынский против Грузии воюет. Там война, вообще война кругом. Блин, я пополняться не могу. На... Что у нас сейчас? Весна. Весна. Мне нужна еда. Мне нужны деньги, короче. Что мне еды нормально может дать? Санитария. Я понял. Два хода придется пропустить из-за еды. Но я еще не могу это строить. Пополнения никакого не будет. Я надеюсь, у поляков не будет еще одного стека. Смотрите, наш союзник на поляков смело пошел. Может быть, поддержать? Может быть, пойти за ним, поддержать его? Хотя для опыта это будет полезно. Для того, чтобы помочь ему захватить это его... Краков, ну, такое себе. Сейчас уйдешь отсюда, придут монголы. А мы можем узнать, а мы не можем узнать. Ладно. Давайте, да, выдвинемся за союзником. Этой армии вернемся в город, чтобы поддерживать общественный порядок. Так, вот здесь, кстати, на еду переключим. Кстати, 20 как раз. Сейчас мы будем пополняться на следующем ходу. Пропускаем еще ход. Что-то я об этом забыл. Я пополнял. Ну, в смысле, пополнение включил. Это... назад, пацаны, все полностью назад. Там еще же Гданск. У поляков город есть. Он ведет фулл стэк, он ведет не на Киев. Скорее всего. Ой-ой-ой-ой-ой. Киев оставил без защиты. Кто это на меня напал-то? Кто это такие? Турово-Пинское княжество. Да ёлы-палы. Отобьюсь я такие армии, интересно, от такой армии. Стрелять нечем. Вот в чем беда. Не-не-не, я не отобьюсь. Пацаны, я не отобьюсь. Нет, здесь вообще 10. Нет. Меня грабит, короче. Вот так вот отошел от города. И он разграбил Киев.
Ну все, гад, я сейчас вернусь. Придется возвращаться, да. Не получается уйти туда, к полякам. Придется вторжение монголов. А, ну я провалил это задание, да? Ну, понятно. Окей, возвращаемся. Возвращаемся и нападаем на него. Не дошел ты, прикинь. Не дошел. Надо устанавливать все. Вот так вот выйдешь из города. Чернигова, в принципе, неплохая оборона. С Чернигова можно отпустить. С этими я воюю, по ходу дела. А если я немножко их пограблю? На следующем ходу включу грабеж. Они, надеюсь, не очень обидятся по поводу этого повода. Общественный порядок. Так, теперь я могу овчарни строить. Давайте развивать немножко армию потихоньку. Что мне еще понадобится? Блин, я до этого... А он убежит, да? Короче, не дойду я до него, по ходу дела, на... Убежит он. Так, надо бы жену тебе найти. Пойти в услужение. Попытка пойти в ученики более высокопоставленному персонажу. Давай, ай, к некому пойти. Они есть кому. К тебе пойдем. Так, нужен губернатор. Зачем еще тебя губернатором. Так, ну здесь включаем пополнение. А потом еду включим. Еды уже будет хватать, потому что осень, еда, все дела. Принципы. Это и будем грабить. Будем немножко денег подымать. Здесь берем рвение, здесь берем пищу. Пищи стало 9. Плюс потом еще включим эдикт на пищу и будет больше пищи. Это принесет... Ой-ой-ой, почему ты про этот стак забыл? Надо на следующем ходу... А, ну, я правильно, я включил пополнение, но надо успеть пополниться до того, как этот поляк до меня дойдет. А я уже такой надеюсь, что сейчас пойду в атаку, все дела. А тут фигушки. А фракций-то в моде, смотри, довольно-таки много оказывается. Их просто нереально много. Так, ну, благословляем. Так, взять под опеку, да? Так. Установить, похитить средства, собрать поддержку, найти жену. Вот этому чуваку надо, да, так как он этот самый. А тебе... У тебя 75 влияния. Вот так вот сделаем, короче. Так, надо зайти в город, там мы будем пополняться быстрее. А, фиг, пришла зима, и фиг, я буду пополняться. Короче, надо переключаться на еду. Ничего не поделать, придется переключаться на еду. А где? А вторую армию мы будем вот здесь грабить. В принципе, Курск. Не, я сюда не нападу. Я их пограблю. Режим налет. Огонь, все, огонь. Так, а где армия поляка? Фуллстэк ко мне идет. Нужно пополняться. Только пополняться. Да, не так это все просто. Фиг поатакуешь. На следующем ходу он меня атакует. Он 2 стека ведет. Ёлопало. Надо вторую армию уже вести сюда, короче.
А то это будет прям Unreal. Еще и монголы тут гуляют. Блин, почему на нем монголы не нападают? Это очень подозрительно странно. Очень подозрительно странно. Персия. А мы все несем потери. А почему потери несем? Все, пошли. А мы... Я только сейчас начал пополняться. У меня есть 1000. 300, 200. Взять еще. Не, ну лучников уже мне достаточно, ребят. Мечники вообще бы хорошо. Русские копейщики. Кого бы из них лучше нанять? У этих стена щитов есть. Нанем их. Так, дипломатия. Нужна помощь вот здесь. А если устроить засаду? Не, ну на 20 стек мы только в городе сможем против них. Тогда продолжаем грабить. Попытаемся такой армии как-то отбиться. Общественный порядок, богатство земледелия. Мой запас. Стоимость содержания пехоты. Ну чё, попробуем от защиты. Может быть, даже и получится. А там посмотрим. У нас союзник тоже стек есть, может быть он... Ой-о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 й. А, это далеко от меня. Смотри, вообще просто всех грабит подряд. Просто стирают. Ладно. Там стены, по-моему. Или нет, у меня там стены, по-моему, должны, если их восстановил. Он делся. Смотри, кто пришел. Возможно, он где-то здесь в засаде сидит. Либо он отошел сюда. Хорошо, если ты отошел сюда, то я нападу сюда. Так. Неплохо, и возвращаемся сразу в город. Хоп. Блин, а сейчас в минус буду идти. Я сейчас не буду опять пополняться. Да что ж такое? То это, то. Мне даже денег не хватает вместе с... Я знаю, в чем причина. Откуда у меня опять катапульта? Наемники, что ли? Как вообще отличить наемника от обычных войск? Пятьсот отжирает, смотри. Катапульт отжирает 215. Оставим ее. Вот этих уберем. Ну, так я в плюс какой-то иду. И так не буду дебафы получать. Возьмем сплоченность. Возьмем. Что по общественному порядку, кстати? Минус иду. Возьмем. А что по сплоченности? Надо сплоченность поднимать. Короче, тут еще возьмем. Пополняем армию, там грабим. Так, там не появился никто. Курс, а почему такая обзорность у тебя плохая? Так, здесь пища и пища. Так. Вообще надо было на грабеж его ставить. Он же грабит, чтобы больше денег приносил. Блин, я что-то не то нажал. Вот эти два стека, короче, моих союзников отымели.
Даже у монголов целый стек. Фиг из города выйдешь. Замучает. Окей. Здесь продолжаем грабить, а здесь... Почему не пополняемся, я не понял опять, почему? Дебаф убрал меня под... Вражеская армия в регионе... Кто-то в моем регионе пополняется. Монголы. Ё-моё, мне дадут армию пополнить вообще или как? Очень-очень не дают мне пополняться. И денег у меня как бы не очень. Ну-ка, если я перестану грабить... 173, а если я граблю? Парня немного неправильно прокачал. Сейчас нужно... Где-то здесь есть такая штука, чтобы он... Или это, по-моему, в другом, чтобы он лучше грабил. Блин, а может он монголов прогонит? Не, поляки очень сильные, очень сильные. Они награбили, возвращаются обратно. Ну, это хорошо. Ой, а если союзника немножко пограблю, он очень сильно обидится. На какую-то соседнюю территорию выйти, тоже начать вторую армию грабить. Да ё-моё, а это кто такой? Вот она, пришла зима. Так, исследование. Здесь берем богатство от этого самого. Сколько их там? Кто такие? Половцы, с ними тоже что ли воюю? Я что, со всеми тут воюю? Ну. I am here, then. Speak your words, and be thy. Не хотят торговать. С кем еще не торгую, можно поторговать. Вот. Greetings, friend. Давайте с вами поторговать. Отлично. Принесет мне деньги. Отлично. Очень сложно с напрягом таким все идет, конечно. Но есть как есть. Так, ну он полностью куда-то убежал. Это хорошо, теперь надо снизу себя обезопасить. Так, теперь монголы. Монголы грабят. Так, ну вот это вот плохо, но это понятно, что... Общественный порядок минус 94. Вот это построить богатство. Оно денег даст. Ну да, надо его строить. Thirsty for battle. Так, 610, что-то он немного приносит своим, блин, грабежом, на самом-то деле. Бежим. Сюда куда-нибудь. А где восстание будет? Здесь прям? В Чернигове, да, наверное. Так, опять мы на нее медленно очень останавливаемся. У меня 16... Че, кто это такие? Ух ты, ё-моё, конницы-то сколько много, ой-ой-ой, сильная армия. Ничего не скажешь. А если я... Нет, денег нет, пропускаем ход. Нападет? Нет. Нападет ли он на город? Смотри, эти тоже возвращаются теперь.
Сейчас надо будет двумя армиями кого-то одного гонять. Вот и смотри, еще одни. Половцы. Нет, тут трэш будет. Отступаем. Ах ты, союзников моих победили. Это нехорошо. Ready for orders. Ready for 7 battle. Против 4, а здесь... Ух ты, ёлки-пуки. For the tribe. Слушай, а если в засаду сяду, они мне придут на помощь? Давай в засаду попробуем сесть. Спалят они мою засаду. Ну, здесь будет очень печально все. Деньги-то появились. Можно еще одни прикупить, нанять. Я смотрю, в этом моде очень сложно нанимать армию. Ой-ой-ой. Все, главное, прутся все в одно место, правильно? Где? Будто медом здесь намазаны, монголов до жопы. Так, смотрим, что он будет делать. У него 2 стека. Призыв к оружию, половцы. Подожди, я же воюю уже с половцами. Текущие Алания. Вступить в войну на стороне союзника. Вступить. Зря это на самом деле, наверное, делаю. Очень зря. Как напасть на них хочется, они нельзя. А вот нельзя. Берем экономику. Здесь. Дальше погоню, они меня добьют. Да что ж такое-то, по своим территориям даже ходить не могу. Что же делать? Опять в засаду садиться. А тут вообще просто в какую сторону идти, что делать? Конница просто немерена. Надо донять стек. В конце концов. Это кто такие? Подожди, тут уже столько стеков наприходило всех разных, что я даже уже не знаю, кому что надо, нападут, не нападут. Со всех сторон. Так, это смылся, это наверх побежал. Вот это моя цель. Еще и грабит меня, ну елки-палки. Сколько вас? Еще один придется. Смотри, нападет, да? Засада не удалась. Но вот это мы еще можем разыграть. Это, в принципе, говорит равно. Это мы попробуем. Это мы еще попробуем. Так, ну, в принципе, конницу мы контрим. А у него стреляющая, походу, конница. Мечники опасные, главное, да? Что делать с мечниками? Так, сухая погода, мне нравится. Начинаем. We hunger for
blood and battle! Oh, I've made this look before! There are crowds! Forward! We hunger for blood and battle! Gods protect us! Ready to ride! Gods protect us! Так, давайте ближе подводим, посмотрим, что из этого выйдет. Еще ближе. А если генералом его заднем просто побегать? Пойдет он сюда, нет? Враги напали на полководца, защищайте его! Ни хрена себе, пилумы просто уносит. Просто уносит. Я не включил эту хрень. Отлично. Минус одни его кони. Так, надо вот этих пацанов законтрить теперь. Иди-ка сюда, иди-ка сюда. Мы должны справиться вообще. Вообще должны справиться вообще на изич. Снижаем дух. Блин, вот это плохо. Центр, как всегда, проигрываем. Давайте генералу помогать надо. Здесь печально все закончится. Короче, 17 осталось их. Сейчас все жопа этих окружают. Этих вообще окружили. Это минус. Надо было отступать. Все, конница прошла. Здесь они убились. Стреляем. Сейчас у них пилумы кончатся. Им стрелять нечем будет. По факту. Правильно я размышляю, да? Сюда ни хрен ты стреляешь. Здесь замес. Здесь у нас замес. Смотри, они держатся еще. Я не знаю, как они так держатся. Они тут все, всю толпу эту держат. Все, они пошли в атаку. И переключаем. Огненные патроны давай. Это смотри, мы держимся. Сейчас их еще дебафить буду. Стена щитов. Все хорошо. Они должны они победить, в принципе. Пилумы, в принципе, тоже мы должны победить. Может, морально мы их сейчас прогоним как-то, химичников. Стрелы кончатся, печаль будет. Куда-то отходит. Я чуть слышу, эти до сих пор стоят просто. Наверное, по опыту, из-за опыта они. Ну-ка, боевой дух у вас сколько? 3-4, а чё ж вы так стоите-то?
Так. Надо этих коней забить. Отлично. Так. Двигаем вперед. Да, постреляем. Подходим вперед. Слушай, а сколько в кругу генерала? Ого, 71, это у кого? А, так у них боевой дух, офигеть, 70. Вот что они так долго стоят. Ну, того надо затыкать, отлично. Мы просто вывезли по боевому духу. Хорошо, никак вахи не возвращаются обратно. Вперед. Сейчас, правда, беготни немного будет. Но это такое. Стрелы жалко кончились. Короче, все. Кроме тебя. Ой, отставить стрелять, потому что стрелка. Хорош стрелять. А ты сейчас по своим-то оценкам. Ну-ка, кстати, а сколько мы им снизили? Ого! А, ну это от количества. Получается, на 36 человек 53 боевого духа. Это очень круто. Это победа. Так. А вот теперь генерал. Мне надо их покоцать максимально. Ну, не думаю, что я победил. Но я победил. Лучники 218, блин, как. Хорошо. Конечно, вот этот вот огненные патроны бить по морали, это... Это просто великолепно. Конечно, в Вархаммере, например, тот Вар, если бы они работали там, как там система, они бы вернулись и они бы победили. Здесь она немного другая. О, зашибись. Это кто еще такие? Еще одни половцы, а те, кто были. Назад. Меня тут, ох, прессуют. Ну что ж, эту осаду мы разыграем уже в следующей серии. А это жестко. Увидимся впереди.